все хорошо, отдохнул там у палаты, куда хотел, дома такой утомлен, такой объем кровати. Как, какие итоги медосмотра, в каком состоянии находишься? Здоровье как? Да. Здоровье, обычно. Ничего не беспокоит? Ничего. Ты в команде соскучился? Что? По команде не соскучился? Соскучился. Соскучился? Нет, нет. То, что Марко Дэвич уходит, вообще как вот это здесь у вас? Вы же друзья все-таки? Да, мы друзья, да. Сейчас тяжело. И будет чуть-чуть лучше. Но это футбол, это нормально. Ну, чего ждешь от второй части сезона? Какие у вас задачи на вторую часть сезона? Рубин вроде хорошо начал играть только-только, вот эта пауза длинная. Ну, я думаю, что мы должны быть как выше? Больше, выше. Mm-hmm. И надо больше показать. Реально ли выйти в Лигу Европы, ты считаешь? В пятерку? Или через кубок? Я думаю, через кубок. Это новая команда, новые футболисты. Надо время, чтобы чемпионат. Вчера, наверное, вся команда собралась. Какие-то слова, может, сами произносил. Там какую-то речь, может, что такое. Приветственные слова не было. Хави вчера что-нибудь говорил? Было. Да, первый, да, что конечно. Он сказал? Поздравляю с Новым годом, надо работать.